Наш добрый, любящий вас телеканал, думаю, это взаимно, Михалыч, говорим о погоде, о ее превратностях на 5 сентября всем, кто нас смотрит. Только доброго здоровья, душевного и физического. По республике ночью местами небольшой дождь, утром при прояснении туман и ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем ожидается смещение холодного фронта. Местами дождь, грозы, ветер с переходом на северо-западный 9-14 в отдельных районах до 22 метров в секунду. Температура воздуха, северные районы Баргузин-Курумкан ночью от минус 4 до плюс 1, а местами до плюс 6. Днем 14-19, ну еще тепла. Центральные районы Селенгинский, Мухашибирский ночью плюс 2-8, днем 18-23. В южных районах Джида, Бичура ночью плюс 3-8, в горах юго-запада до минус 3, днем 19-24. Во второй половине дня понижение температуры на 5-8 градусов, но еще тепло. Наша любимая столица ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10, днем северо-западный 7-12. Во второй половине дня порывы до 20 метров в секунду. Температура ночью 6-8, максимально днем 20-22 тепла. Атмосферное давление ночью будет падать до 710, днем расти до 714 миллиметров ртутного столба. Жизненный опыт – это когда количество сделанных всяческих ошибок переходит в качество. Не бойтесь жизни, поверьте, что жизнь достойна, чтобы ее прожить. Удачи на вашем жизненном пути. АТВ Михалыч искренне.